Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас на нашем последнем вебинаре на этой неделе, пятничном вебинаре. И этот вебинар буду вести я. В ноябре я вам сильно не досаждал своим спикерством, но зато в декабре сильно надоем еще. У меня 7 вебинаров лично моих. И вот это первый декабрьский вебинар, который я с вами проведу. Сначала с меня никто не снимал обязанности ведущего всей серии, поэтому я объявляю, произношу свои традиционные слова о том, что в начале чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на нашу Директ-Академию, на расписание вебинаров, в котором можно зарегистрироваться на все вебинары нашего учебного года. И вторая ссылка – это ссылка, по которой будет находиться запись этого вебинара. Запись ведется, и она обязательно появится на нашем видеоканале. Вот, а я вам советую на наш видеоканал подписаться. Да, и, кстати, у нас недавно было приятное событие. Вчера я выкладывал вебинары за прошедшую неделю, и у нас такой небольшой юбилей. На нашем канале был выложен 200-й ролик, 200-я запись вебинаров наших. Вот, надеюсь, в ближайшее время будем дальше приумножать количество вебинаров. Как всегда, я даю вам информацию о двух вебинарах следующих. Спасибо за упоминание, напоминание про презентацию. Я ее уже выложил. Я, честно говоря, вчера забыл просто взвести соответствующий флажок для того, чтобы выложить ее в общий доступ. Сейчас она лежит в общем доступе. Вот два следующих вебинара. Не совсем следующих. 4 числа еще будет вебинар Татьяны Телегиной. Но, как я уже вчера говорил, если кто-то был вчера, на него уже записалось такое количество людей, что я прогнозирую, что будет там опять, как у нас раньше было, иногда переполнение вебинарной комнаты. Поэтому, кто очень хочет, тот найдет, как записаться на этот вебинар через наше стандартное расписание. А я рекламирую два следующих вебинара. Диалоговые тренажеры Branch Track. Вторник, 12:00. От первого лица Сергей Снегирев. Обращаю ваше внимание, что Branch Track – это инструмент, который вошел во всемирный рейтинг топ-200 образовательных инструментов, которые наиболее важны во всем мире для людей, занимающихся образованием. Это диалоговый тренажер. Ладно, подробнее он сам расскажет. Ну и 6 числа я вернусь к тематике близкой компании Direct Media и расскажу о нашем проекте «Ортотека». Всем за хорошие слова всем спасибо заранее. А теперь давайте начнем. Я боюсь, у нас сегодня времени не так много. Сказать хочется очень много всего, но пару все-таки вводных слов скажу о том, что мы все, конечно, любим бесплатные инструменты, и вот я вижу просто по себе, как только делаешь такое название, сразу количество присутствующих на вебинаре повышается чуть ли не в два раза. Конечно, можно над этим похихикать и сказать, что это просто наша неизбывная любовь к халяве. На самом деле и это тоже, конечно, но все гораздо глубже. Бесплатные инструменты нам очень нужны, просто по той причине, что это очень хороший стартовый уровень, с которого можно начинать многие проекты.
Дело в том, что ну вот не всегда бывает так, что вы уже работаете в команде, у вас есть бюджет, у вас есть уже установившиеся инструменты, очень часто хочется попробовать новый путь какой-то. Ну, к примеру, например, преподаватель хочет сам попробовать записывать и монтировать и публиковать свое видео. И что же ему делать? Сразу нестись в всевозможные онлайн-магазины и покупать разные инструменты, ну, можно так сделать, а вдруг получится, что через неделю ему это надоест, и он поймет, что это не его, да? А другой вариант, вам надо продемонстрировать свои качества перед вашим начальством, работодателем, либо потенциальным инвестором. А они хотят, чтобы вы что-то уже показали, то есть как-то реализовали свои идеи. Ну и что? Вам надо, выходит, сначала там запастись на полтысячи долларов, купить какой-то инструментарий, а потом ваш проект будет отвергнут, да? Это будут чистые убытки в этом случае. Таким образом, бесплатные инструменты – это очень важная вещь. Более того, часто бесплатные инструменты, иногда, не всегда, конечно, бесплатные инструменты – это… Они становятся инструментами на все случаи жизни. То есть они заменяют, они продолжают быть и профессиональными инструментами. Еще один случай, бесплатные инструменты, особенно если речь идет о сервисах, они дают нам такие возможности, которые не найдешь даже в платных инструментах, просто потому что это очень какая-то частная возможность, мелкая красивость, и киты не идут на то, чтобы включать это в свои большие продукты, да, вот этой маленькой возможности можно воспользоваться. Сегодня, когда я подготавливал вчера эту презентацию, я ее очень сильно резал, потому что очень хотелось побольше рассказать. Но, тем не менее, в конце концов остановился на вот таком вот наборе. Первое – это инструменты для записи. Второе – инструменты для монтажа. Дальше – инструменты для хранения. Быстрое видео. Потом объясню, что имею в виду под этим пунктом. Инструменты для интерактивного видео, инструменты для создания видеокомиксов и скрайбинга, инструменты для создания заставок, то, что называется интро, и прочие инструменты похожие. А дальше поговорим о Creative Commons, о том, какой контент бесплатный вы можете получить и использовать его в своих работах. Я это специально включил добавил к инструментам, потому что в некотором смысле бесплатный контент может являться не только контентом, но и инструментом вашей будущей работы. Ну и, наконец, хотел рассказать о бесплатной студии, которой можно воспользоваться в Москве и Санкт-Петербурге. Кое-кто, кто был на вебинарах Степика, немножко знает об этом. Ну, правда, Наталья вскользь об этом сказала. Я вам покажу сегодня ролик, если мы успеем. Ну, поехали. Запись. Самый хороший, на мой взгляд, инструмент для начала работы, хороший не только с точки зрения, чтобы инструмент начального уровня, с которым мы вот крепко работаем, ничего больше не используем, но еще и с точки зрения обучения. То есть вот обычно все курсы, вот у меня позавчера закончился курс, учебный курс по учебному видео. Я всегда даю инструмент Screencast-O-Matic, бесплатный. На самом деле это инструмент на будущую запись. Артур Артович, наверное, просто чат уже ушел наверх высоко. Да нет, есть в самом начале чата.
Там наш канал, и в этом, разумеется, у будущей записи еще нет адреса личный, да, потому что она еще там не появилась. Но там канал, на котором есть плейлист вебинары, и в нем присутствуют все записи всех наших вебинаров. И там же появится и запись этого вебинара. Итак, первый инструмент для записи это Screencast-O-Matic, потому что по нему еще и хорошо учиться записывать. Вот, он очень простой, мало требует. Это такой полубесплатный, ну, на самом деле вполне можно пользоваться совершенно бесплатной его версией, сервис для записи экрана, записи с экраном. А запись с экрана для учебного видео то есть производство скринкастов, это одно из самых главных умений, потому что студийная запись это уже сильно более продвинутый вид учебного видео, а вот изготовление скринкастов нужно почти всегда и покрывает, ну, наверное, 70% запросов всего учебного видео. Итак, скринкастоматик это инструмент, он такой полусервис, полупрограммное обеспечение. По нажатию на синюю кнопочку, вот эту вот старт рекординг вам, после запроса скачивается небольшая программка, ставится она в фоне, и всякий раз, когда вы используете этот сервис, она подгружается и используется. На скринкастоматике хорошо, да, я вам предлагаю. Пожалуйста, скачайте мою презентацию, потому что так, на какую ссылку вы не можете попасть, Юлия Борисовна? Может быть, какая-то ссылка не работает или что-то. Я пока не так много ссылок опубликовал. На ссылку скринкастоматика не можете попасть? Напишите, пожалуйста, в чате. Вот, я предлагаю, в моей сегодняшней презентации будет очень много ссылок. Я не буду воспроизводить все их в чате, потому что их просто очень много. Вот, я не хочу, чтобы вы это смотрели прямо по ходу вебинара. Там много учебных роликов, которые надо потом посмотреть. Понятно. Ну, кстати, если кто-то хочет взять на себя роль помогающего, вы вполне можете скопировать себе презентацию, эту открыть ее и копировать для участников все или некоторые ссылки в чат. Ну, я этого делать не буду, чтобы не отвлекаться. Да, спасибо. Это вот сам сервис. Два ролика в свое время я записал в прошлом году. До этого записывал еще 5 роликов. Они не устарели, но они слишком там длинные и рассматривают различные моменты, которые не обязательно нужны, особенно в начале. А вот эти 2 ролика общей продолжительностью, по-моему, чуть больше 10 минут, это вот то, что надо для начала работы. Хотя можно его пощупать и без всяких учебных роликов. Самое главное, что в нем есть, это представление о том, что из себя представляет настройка программы и настройка оборудования перед тем, как начать запись. Вот здесь все это очень хорошо записано. Первое, что мы делаем, это мы выбираем источник записи, то ли только экран, то ли только веб-камеру, то ли вместе веб-камеру и экран. Следующий момент. Мы настраиваем микрофон. Вот здесь некая неприятность есть в скринкастоматике. Здесь русские названия микрофонов из операционной системы выглядят вот так. Ну, у меня просто много микрофонов микрофонных входов, точнее, на моем компьютере, поэтому есть некоторое замешательство такое. А если один единственный микрофон, то там и особо и нет проблем. Вот. Ну и следующий момент это выбор области записи. Ну и, собственно, почти все.
Почти все. Это та настройка, которая присутствует во всех программах для записи с экрана. И ее раз и навсегда надо освоить, и после этого вам запись с экрана будет достаточно проста. Здесь мы не будем это подробно рассматривать, потому что хочется побольше инструментов показать. Да, нажимаете на процесс записи. После того, как вы записали запись, ее можно просмотреть и сохранить в трех разных вариантах. Либо сохранить как файл, например, файл MP4 на вашем компьютере, либо сохранить, вот это вариант 1, либо сохранить как запись на специальном облачном сервисе Screencast-O-Matic, но для этого надо зарегистрироваться на нем. А вообще говоря, Screencast-O-Matic работает даже и без регистрации. Можете, если не хотите использовать этот пункт, то можно и не регистрироваться. Ну и последний вариант — это сохранить прямо на YouTube. Тоже иногда удобно. Ну, можно поступать и через пункт 1, а потом... Ой, не 4, здесь 3, конечно, да? Прошу прощения. Вот на этом простейшем примере можно понять, как работают все рекордеры для записи, ой, прошу прощения, для записи видео. Ну и последний вариант, это вот тут, это как сохранять видео. Надо указать его тип, указать его имя, указать папку. Ну и в данном случае еще можно указать, показывать курсор или не показывать. Как его показывать? Показывать его как курсор, вот как стрелочку обычную, показывать в виде желтого поля специального, либо вообще его убрать и не показывать. Другой вариант бесплатного продукта, который можно использовать для записи с экрана, это iSpring FreeCam. Бесплатный инструмент от iSpring. Это чистая программа, это не сервис. Спасибо, Анна Борисовна, спасибо. Чистая программа, то есть ее надо устанавливать на компьютер. Тут тоже все очень просто. И практически все те же настройки, как и в скринкастоматике. Еще очень удобно то, что есть хорошая документация на русском языке, по которой можно очень просто, здесь вот со ссылкой эта документация у меня приведена, по которой можно очень просто это все освоить. Вот так что один из этих продуктов, он решает задачу, любой из этих продуктов решает задачу записи с экрана. Правда, Screencast-O-Matic делает в левом нижнем углу свою брендовую надпись, это не всегда удобно. Ну, я его больше применяю как продукт начального уровня для освоения вообще самой процедуры записи. Следующее – это монтаж. И тут я вам предлагаю, да, я, хоть мы сегодня говорим о бесплатном, я хотел бы вам рассказать о том, что все-таки для монтажа именно учебного видео, не вообще видеомонтажа, если это для вас область, в которой вы собираетесь работать, а именно для учебного видеомонтажа и вообще для учебного работы с видео, на мой взгляд, оптимальным вариантом является Camtasia. Сейчас вышла 9-я версия этой программы. Там и запись, и монтаж, и публикация, и много всяких других интересных вещей. При этом это не профессиональный продукт для видеомонтажа, а профессиональный продукт преподавателя именно. Но это стоит денег, поэтому сегодня мы об этом говорить не будем. Вот, но совсем не упоминать об этом я бы не стал, потому что лично я работаю с этой программой, и как следующий, когда вы начинаете работать с видео уже более-менее регулярно, то я считаю, что вот эту программу надо приобрести. Стоит она $199. Вот. Но, кстати, если мы с вами работаем в вузах или в каких-то корпорациях относительно крупных, очень часто бывает, что лицензии Камтазии уже приобретены вузом. Надо просто сходить к айтишникам и спросить, а нет ли у нас такого вот инструмента среди купленных
лицензии нашего вуза. Иногда оказывается, что есть. Вот. Ну, а что я сегодня хотел бы вам показать, это продукт, который называется Shortcut. Не настолько удобный там редактор, как в Camtasia, однако очень интересно. Можно очень много говорить про. Да, я сейчас понимаю, что сейчас будут предлагать и Movavi, и многие другие вещи, да, но просто нет времени рассказать обо всем. Да, Shortcut.org. Программа интересна тем, что это, во-первых, полностью открытый код, полностью бесплатная программа, абсолютно без всяких выборов. То есть все функции доступны, все функции доступны с самого начала. Ну, мне она показалась не настолько удобной, как Camtasia, именно в монтаже. Там приходится делать специфические действия. Вот, например, если в Camtasia, чтобы вырезать кусок, надо просто выделить кусок на таймлайне и нажать кнопку «Вырезать», то в Shortcut надо совершить несколько действий. Надо разбить видео в точке А, разбить видео в точке Б, поставить курсор между точками А и Б, и нажать на Delete. А после этого сдвинуть вместе, необрезанные части ролика. Вот, немножко не так удобно, но зато бесплатно. И еще эта программа абсолютно мультиплатформенна, то есть есть на любой платформе. Так что если вы там на работе работаете на Linux, дома на Windows, а в удаленном режиме на Mac, то везде можете поставить один и тот же продукт, и это будет здорово. Все будет работать. И сейчас я хочу вам показать ролик, замечательный ролик по шорткату, чтобы вы имели представление о том, что это такое. Ролик Владимира Ломова из Теплицы социальных технологий. Ролик показываю здесь смело, потому что он опубликован под лицензией в Creative Commons, то есть с возможностью его применения другими людьми. Итак, давайте посмотрим вот этот 5-минутный ролик. Все-таки монтаж — это очень важная вещь, поэтому давайте ее посмотрим. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В предыдущем видеоуроке я рассказывал, как встать в один ряд с великими фотографами и научиться в бесплатном фоторедакторе обрабатывать фото. Сегодня я хочу рассказать, как встать в один ряд с великими режиссерами и научиться в бесплатном видеоредакторе обрабатывать видео. Я ни на чем не настаиваю, но лично мне понравился видеоредактор Shotcut. Shotcut, конечно, не профессиональная программа, но у нее очень много возможностей, и по логике она сильно приближена к профессиональной видеоредактором. Изучив ее и обнаружив, что вам ее не хватает, вы почти без труда сможете перепрыгнуть на профессиональную программу, а изучить ее не так-то и сложно. Вот перед нами интерфейс. Разберем его потом, а сейчас сразу к делу. Открываем файл. Я заранее накачал несколько стоковых видео с www.video.net. Это ресурс с бесплатными футажами. Теперь добавим линию времени или монтажный стол, еще историю и измеритель уровня. Теперь можно об интерфейсе. Перед нами экран, на котором мы смотрим готовое видео. Тут история действий по шагам. Тут список воспроизведений, где лежат файлы проекта. Здесь можно изменить представление, пусть будут иконки. Это все ролики, да и вообще все файлы, с которыми вы работаете в проекте. И внизу монтажный стол. Как только вы помещаете какой-то ролик на монтажный стол, вы становитесь режиссером и начинаете делать свой первый фильм. Все, что лежит на монтажном столе, то и появляется в вашем фильме в соответствии с последовательностью на монтажном столе и длиной кадра. Длину кадра можно регулировать, просто потянув за его края, вот так. Таким образом вы отрезаете все, что было до курсора и после курсора. Теперь, соединив эти два кадра, мы получаем первый монтажный стык. Это уже кино. Человек сидит за компьютером и крупный план на глаза. Подрежем чуть-чуть и добавим еще чего-нибудь. Предположим, что это он сидит за компьютером. Похоже. Подрежем еще раз на глаза. И вот, например, то, что он там видит. Вполне себе монтажная фраза. Посмотрите любое кино и увидите, что часто именно так в кино показывают человека, работающего за компьютером. По логике восприятия кажется, что достаточно одного кадра. Общий план, человек сидит за компьютером.
По логике кино их должно быть 3-4. Итак, кино у нас есть, но оно без звука. Футажи почти всегда выкладывают без звука. То есть, если мы добавим в проект какой-нибудь ролик со звуком, то... Видите, и на монтажном столе появилась дорожка со звуком, и, собственно, появился звук. Поэтому давайте раскрасим наш фильм звуками. Если человек печатает на компьютере, значит, нужен звук клавиатуры. У меня есть библиотека звуков, а вы уж качайте, где найдете. Хороших бесплатных я не знаю. Вот, нашел. И сразу уж подберем музыку, какой-нибудь индастриал. Ага, и кидаем их на монтажный стол. Для этого нужно создать новую звуковую дорожку. Это делается здесь. Создадим сразу две и кинем на одну звук клавиатуры, на вторую музыку. Ну и сразу подрежем первый кадр, нам такой длинный не нужен. Вот так можно изменять масштаб монтажного стола. Подрезали и сдвинем все, что смонтировали. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем удалить. Он удалит все пустоты. Готово. Давайте сохраним проект. Вообще сохраняться нужно почаще. Сохраняет он пока не готовый файл, а файл проекта. То есть исходники он не меняет, а просто запоминает, как мы их расположили на монтажном столе. Теперь подрежем звук клавиатуры и передвинем его в начало. И также сдвинем музыку. Отрежем все лишнее. Здесь есть кнопка «Резать». И удалим все, что отрезали, просто кнопкой «Delete». Все, кино почти готово, но давайте сделаем так, чтобы оно появлялось из темноты. А для этого нам нужно то, что они назвали фильтрами. Вот они. Нажимая «Плюс», мы можем выбрать, что добавить. Здесь собраны самые популярные. Здесь все, что касается видео, здесь про аудио. Вот, например, баланс белого. Ой, это я нечаянно. Баланс белого. Простым передвижением бегунка мы меняем баланс. Или цветовая шкала. Это уже почти цветокоррекция. Меняем цвета в световых диапазонах. Эффектов куча. Здесь же на видео накладывается текст. Можно эмулировать пленку и так далее. Но непосредственно нам нужно нарастание видео, то есть появление из темноты. И на последнем кадре затухание видео, то есть уход в темноту. Здесь можно выбрать, с какого момента кадр начнет уходить в темный. За 2 секунды до конца. То же самое проделываем со звуком. Это не то, это общий звук на всей дорожке. А вот это то. Тоже поменяем время. Что получается? А получается вполне круто. Ну и все, сейчас все доделаем и можно выгонять. То есть получить уже готовый файл, готовый фильм. Важно понимать, что готовый фильм никак не повлияет на исходное видео, на то, что вы снимали. Он просто создаст новый клип. Тут настроек много, с ними по-хорошему нужно разобраться, но сейчас мы оставим все как есть. Он сам определяет лучшие настройки в соответствии с исходными видеороликами. Просто помните, что самый распространенный сейчас кодек H264, формат MP4. Выбираем расположение файла и нажимаем «Сохранить». Экспорт пошел. Готово. Заходим в папку, куда предлагали экспортировать, и находим готовый файл. Длинный получился скринкаст, и мало что успел рассказать, но время. Если хотите еще уроков по видеомонтажу, пишите в комментариях к этому видео. А еще подписывайтесь на наш канал и любите друг друга. Спасибо Теплице социальных технологий за их видеоролики. Они делают крутые очень видеоролики. Они молодцы. И за то, что публикуют их под лицензией Creative Commons. Вообще, очень советую вам подписаться, если кто-то в Фейсбуке, подписаться на их страницу. Там все новости публикуются. Вот. Ну что ж, а мы идем дальше. У нас большие планы. А вы знаете, урок, я вам потом расскажу по этому поводу кое-что. Это презентация, это урок, только его нельзя смотреть в этом режиме. Его, вот как я его показал, это презентация, да. А как, если его останавливать и каждое действие повторять, то это вполне видеоурок. Но на самом деле, конечно, чтобы освоить программу видеомонтажа, нужно не 5 минут, а 2 часа, да, урок на 2 часа, ну, по крайней мере, общей продолжительностью. Поэтому все-таки видеомонтаж — это гораздо более
продвинутая вещь, чтобы его освоить за 5 минут. Но чтобы начать что-то и начать понимать что-то, вот этого видеоролика вполне достаточно. Вот, следующее. Пойдем дальше. Да, вот здесь есть ссылка на ютубовская ссылка на вот этот вот ролик. Ее можно... Вот, к сожалению, не все, да, они построены одинаково. Вот после моего опыта в Камтазе и некоторых других программах видеомонтажа, ну да, конечно, в любой программе монтажа будет таймлайн, да, и этим они все похожи, действительно. Но я, например, в Шоткате сначала слегка растерялся, потому что привычных инструментов нет, либо они совсем по-другому организованы, вот. Юлия Борисовна, спасибо вам тоже. Ну что ж, пойдем дальше. У нас не так много времени, а пунктов очень много. Хранение. Вы знаете, я не буду очень много говорить по поводу YouTube, но пару слов, ну вообще о нем не сказать нельзя. Дело в том, что вообще мы считаем, что YouTube такая вещь, которая существует как воздух. Вот она существует и, ну, существует. Зачем про нее говорить? На самом деле это такой огромный, такая огромная возможность для нас, для людей, которые занимаются учебным видео, что не говорить о ней нельзя. Во-первых, если вы решили заняться учебным видео, начните с того, что организуйте свой учебный свой канал на YouTube. Это не так сложно. И вот приведенная мною ссылка внизу, это ссылка на канал YouTube Help, на котором множество роликов, поясняющих, как создать канал, как работать с YouTube и так далее. YouTube очень продвинутая вещь на самом деле. Если начинать там создавать ролики и обихаживать свой канал, как-то там очень много продвинутых функций. Поэтому эти функции надо понимать, знать и использовать. Структурировать как-то свое видео, создание плейлистов и много-много разных вещей. Ну и вообще, сама возможность того, чтобы... Вот просто есть такое хранилище вместе с плеером, который играет, которое будет отлично работать и здесь, и на Камчатке, и в Австралии, это большое дело, потому что, ну, просто огромное дело. Потому что если вы кладете ролик свой на, например, на университетский сайт, на университетский сервер, то... Вроде у вас все нормально, да, а уже в другом городе может происходить, куда узкий канал от вас до этого города, где-то есть нехорошее место в интернете, узкое, да, уже все, уже не прокачает, а Google может себе позволить иметь зеркала своих серверов по всему миру. Поэтому качество максимальное в этом случае. Так, вы тут написали некоторые... Да. Камтазия — это все в одном, а это чистая монтажка была. Совершенно верно. Презентацию расскажу в конце, как скачать. Да, уже объяснили. Все, прекрасно. Поэтому про YouTube не могу ничего... У меня в моем курсе YouTube посвящено целое полноценное занятие полуторачасовое, хотя и этого, конечно, мало на самом деле. Ну и второй сервис, который используют часто уже более профессиональные люди, особенно если они задумываются о монетизации своего видео, это аналогичный сервис Vimeo, который тоже очень популярен. Там есть и платные режимы тоже, и очень многие профессионалы предпочитают Vimeo для хранения своего. Вот я не знаю, что там блочит Россоборнадзор. Все ссылки, которые я приводил, они вроде бы не под нормальные ссылки. Должно все нормально воспроизводиться. Вот, ну и два эти сервиса, чем еще они хороши? В YouTube, это не Россоборнадзор. Это не Рос... не надзор, не государственный надзор, ну, вот я считаю, что то, что в школах YouTube заблочен, это значит... Простите, я скажу вот так вот. Либо директор дебил, либо в РАНО люди работают с вывернутой психикой. Вот потому что лучшего образовательного ресурса, чем YouTube, не существует.
YouTube вообще вот во всемирном рейтинге образовательных ресурсов, не просто видеоресурсов, а вообще всех образовательных ресурсов, занимает первое место. Абсолютно первое место. Несмотря на то, что это не образовательный ресурс. Сам по себе не образовательный. Вот. Еще что хорошо в этих сервисах, в YouTube и в Vimeo, это то, что огромное количество... Очень просто вставлять ролики в любой другой контент, в текстовый контент, в блоги себе, куда угодно. И огромное количество других интерактивных сервисов понимают контент с YouTube как свой родной... ресурс, то есть просто вставляют ссылкой на видео и вставляется нормальный фрейм, можно прямо оттуда его смотреть. То есть это сервис, который со всем миром заинтегрирован наилучшим образом вообще. Идем дальше. Быстрое видео. Что я называю под быстрым видео? Сейчас огромное количество сервисов, которые называются скриншоттеры. И для преподавателей я считаю это вообще... Просто то, что надо знать, как говорится, must read, да? Надо знать в обязательном порядке. Это такие вещи, которые изменили наше представление о контенте. Вот раньше у нас было как? Есть контент учебный, который вот мы публикуем, его надо читать и так далее. И есть учебные взаимодействия, когда мы с нашими слушателями, в онлайне это удаленные слушатели, обсуждаем какой-то вопрос, поясняем им то, что они не поняли, или производим консалтинг. А скриншоттеры изменили на 100% эту концепцию, потому что контент становится одновременно и средством коммуникации. Например, вы можете создать нужный скриншот, нарисовать стрелочками, отметить циферками и отправить по чату вашему слушателю в течение полуминуты. Вот, ну и такие же вещи есть для видео. Зоя Васильевна, я надеюсь, что это только у вас. Есть ли еще такие проблемы у кого-то? Ну, у кого-то могут быть. Я надеюсь, что это не связано ни с сервером, ни... Всякое бывает. Вебинар — это такая вещь, которая у кого-то да плохо показывает. Надо понимать, что это все идет по проводам идет, да, поэтому случиться может все что угодно. Итак, вот эти скриншоттеры, появились они как средство, что-то удобнее, чем просто нажать на print screen, да, вы вызываете программу, выделяете быстро область экрана, что-то черкаете на ней, сохраняете в облако, то есть на сервер этого сервиса или этой программы, и отправляете ссылку своему слушателю. Все делается за полминуты, я вас... Вот именно поэтому это удобно. Ну и продолжение этого, вот мой любимый скриншоттер, это Clip2.net, просто можете по названию его обнаружить и поставить себе на компьютер, не пожалеете. К сожалению, в Clip2.net возможность... создание таких же коротких видео для быстрой передачи, она платная. Но есть и бесплатный сервис, который называется MonoSnap, вот ссылка есть, который позволяет бесплатно создавать короткие видео. Это все тот же рекордер, но только очень-очень простой. И с возможностью ставить вот такие вот стрелочки, которые появляются примерно на 5 секунд, потом исчезают. Это не для того, чтобы изготавливать видео, которое вы потом положите куда-то себе в курс, и оно будет нормальным видео. Это именно инструмент для консультаций бесплатных. То есть вот здесь и сейчас ваш студент что-то не понимает. Вы ему показали экран, наговорили что-то в течение полуминуты и отправили ссылку. Clip2.net называй. Clip2.net. Давайте я назад вернусь. Очень просто. Вот Clip2.net. То есть в данном случае видео для нас уже средство коммуникации, надо иметь в виду. И это
переворачивает вообще все наше представление о том, каким может быть онлайн-обучение. Очень вам тоже советую, и сразу можно его использовать. Он настолько простой, что его можно использовать практически сразу. То есть от начала установки до того, как вы поняли им пользоваться, пройдет 20 минут максимум. Да, ну и вот так вот выглядит инструмент непосредственно, когда вы уже записываете экран. Вот здесь вот наша любимая красная кнопка, которую надо нажимать для записи. И очень простые инструменты рисования во время записи. Все. Дальше. Интерактивное видео. Я вам расскажу об одном инструменте. Вообще говоря, по интерактивному видео можно тоже много-много томов, много часов посвятить. Один ролик свой покажу по инструменту, который называется ThinkLink. Интерактивное видео – это видео, которое позволяет, отталкиваясь от какого-то ведущего видео, наслаивать на нем какой-то контент, другие видеоролики, ссылки на статьи, тексты, в общем, дополнительную информацию. В данном случае видео выполняет такой, как я это называю, роль свиноматки, которой присосались поросятки. Вот, то есть это ведущий контент, а вся расшифровка производится уже во вкладочках, которые дают дополнительную информацию. Давайте я вам покажу ролик по ThinkLink свой. Я его показываю. Вот этот ролик на моем канале, он почему-то самый популярный. Вот, видим, многим людям нравятся возможности сервиса ThinkLink. Давайте его посмотрим. Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Калиников, а мы с вами продолжаем изучать интернет-сервисы в рубрике «Практикум автора учебного контента». Сегодня с вами мы рассмотрим интернет-сервис ThinkLink, в частности, его возможность создавать интерактивные видеоролики. В настоящий момент я нахожусь в своем аккаунте ThinkLink, и я должен выбрать источник видеоролика для того, чтобы на его основе создать интерактивный видеоролик. Я могу нажать на одну из вот этих кнопочек и выбрать источник видео. Я выбираю видео с YouTube. Теперь я должен ввести ссылку ролика. Я выбираю вот такой вот ролик, посвященный синхронизации 32 метрономов на одной общей подвесной платформе. Очень интересный учебный ролик. Я выбираю его ссылочку и вставляю ее вот в это окошко. В рабочей области появляется вот такое вот поле, на котором мы можем создавать интерактивные элементы. Ну, для начала исправим общие установки видео. Видео взято из японского сегмента YouTube, поэтому исправим название на русский. Здесь просто напишем «синхронизация метрономов». А описание просто уберем, оно нам сейчас не так интересно. Оставляем наше видео в публичном доступе и нажимаем на клавишу Save. Теперь мы можем делать следующее. Просматривать наш файл. Вот возникают такие управляющие элементы. И можем добавлять теги. Сейчас мы этим и займемся. Тег всегда добавляется в текущую позицию таймлайна. То есть вот где находится движок воспроизведения, туда и вставляется тег. Мы вставим три тега. Один с картиночкой и ссылкой на статью. Второй тоже. И третий с видео. Чем выгодно отличается сервис ThinkLink от других сервисов, которые позволяют делать интерактивные видеоролики? Отличается тем, что он может делать видеоролики не просто с переходами на какие-то внешние ссылки, а с информацией, которая открывается в поле самого кадра. Сейчас мы увидим, как это сделать. Ну, давайте вставим первый тег прямо в начале нашего ролика, где-нибудь на 10 секунде, вот так вот. Нажимаем на кнопочку «Добавить тег». Появляется вот такое вот поле, где мы можем ввести ссылочку на связанную страницу, текст тега. Для начала мы это и сделаем. Да, и иконочку тега.
Вот среди иконочек в свободной версии Synclinic доступно несколько. Давайте выберем иконочку с надписью «И», так как это информационный тег будет. Сюда вставим ссылку на статью про метрономы из Википедии. Вот эта статья. И возьмем ее ссылочку. Я использую короткую ссылочку и вставлю ее в это поле. Здесь просто напишем слово «метроном». Сохраняем этот тег. А теперь мы можем дополнить наш тег следующим содержанием. Появилась вкладочка «Pop-up». Вот ее мы сейчас и заполним. Во-первых, мы можем выбрать уже содержимое тега, внутреннее содержимое тега, да, его описание. Ну, здесь так и оставим. «Метроном Википедия». В качестве описания возьмем первый абзац из этой статьи. А можем взять еще и картиночку, которая будет характеризовать этот тег. Ну вот я выбрал вот такой вот анимированный гиф. Сохраним наши изменения. Вот. И теперь мы видим, что наш тег состоит из картиночки, описания названия, краткого описания и кнопочки для перехода, для того, чтобы прочесть больше по этой теме. Все, этот тег мы отредактировали. Теперь можем приступать к следующим тегам. Тег будет виден на видео вот таким вот образом. Всплывет вот такая вот сбоку картиночка с названием и с иконкой. После того, как мы на нее нажмем, всплывет вот это вот изображение. Вставим следующий тег. Допустим, где-то в середине ролика. Мы захотели поговорить подробнее об этом эффекте, об эффекте, открытом Гюйгенсом. Эффект заключается в том, что много часов или метрономов, находясь на одной подвешенной платформе, постепенно синхронизирует свою работу. Ну что, давайте добавим еще один тег. Теперь в качестве ссылки я добавлю статью, которую я специально заранее нашел. Здесь напишем «Эффект Гюйгенса». Сохраним это все. А теперь можем переходить к настройке всплывающего окна. Ну, так и назовем наш всплывающий тег, как называется статья. «Стадное чувство» на примере метрономов. И также введем сюда первый абзац из данной статьи. А в качестве заголовочного изображения выберем портрет Гюйгенса. Сохраним все это. И получаем вот такую вот, вот такой вот тег, который позволяет нам что-то прочесть, какую-то вводную информацию, а дальше перейти для подробного изучения к статье. Ну и, наконец, в конце нашего ролика вставим еще один тег, который будет видеотегом. На сей раз мы хотим вставить видеоинформацию. Я подобрал вот такой вот видеофайл с YouTube. Здесь говорится о программе, которая эмулирует метроном. Выберем ее код. Причем в данном случае выберем код вставки. Не просто URL, а именно код вставки. И вставим этот код вот сюда. В качестве текста так и напишем «Приложение метроном». Сохраним наш тег. И вот получаем вот такой вот видео внутри видео. Таким образом, мы видим, что в качестве интерактивных элементов могут выступать тексты, картинки и даже дополнительные видео. Другими словами, используя Synclinic, мы можем использовать образовательную стратегию, когда много мелких видеофайлов присоединены к одному файлу ведущему, и этот, внутри этого файла, не уходя с него, вы можете просмотреть вот эту цепочку видеофайлов, а также картинок, текстов и так далее. На мой взгляд, это наиболее удачная стратегия для интерактивного видео. Ну, теперь мы делаем Save and Exit и получаем этот файл уже сохраненным. Давайте мы его просмотрим, что у нас получилось. Вот начало видео, мы не будем все 4 минуты смотреть. Я обращаю внимание, вот здесь вот желтыми линиями показано те места, где стоят теги. Ну вот, всплыл первый, сейчас еще раз запустим.
всплыл первый тег. Нажав на него, я останавливаю видео и изучаю содержимое этого тега. При необходимости могу перейти на другую вкладку и почитать более подробно. Я смотрю видео дальше. Мы подходим к нашему второму тегу. Сейчас он появится. Я снова читаю, смотрю изображение, читаю текст и перехожу на тот более подробный материал, который мы обозначили в виде ссылки. Мы продолжаем смотреть наше видео и доходим до нашей третьей, до нашего третьего тега. Сейчас он возникнет. Видео снова возвращается, и тут мы можем посмотреть другое видео, вставленное в наше ведущее видео. Не будем его все смотреть. Вот и все. Все, что нам надо, это теперь поделиться этим интерактивным видео. Это можно сделать при помощи вот этой вот кнопочки. Здесь можно взять либо URL, ссылку, при помощи которой вы можете открыть вот это, вот этот файл, либо, что более удобно для наших внутренних ресурсов, например, для онлайн-курсов или наших блогов, мы можем взять embed-код и вставить их в любое место, куда нам надо. В этом случае будет присутствовать только вот это вот само изображение, которое вставится в наш внутренний ресурс. Вот и все. Все очень просто. Используйте Синклинк для своих нужд. Я надеюсь, этот учебный ролик был полезен для вас. Всего хорошего. Я прошу прощения, что вот такой длинный ролик вам показал. Да, совершенно верно. Очень жаль, что в YouTube нет таких возможностей. Более того, YouTube недавно удалил одну интерактивную возможность, которая в нем была, которая называлась аннотации. Ну, там, правда, есть другие возможности, но об этом сейчас нет времени говорить. Сервис. Не обязательно использовать это прямо в сервисе. Вот если вы смотрели последние секунды, там было показано. Вы берете фрейм оттуда и вставляете в свой курс, и он открывается в виде фрейма, нормально работает внутри фрейма. Вот, ну и что я не могу, ну вот да, здесь настроечки, это все было показано. Отсюда можно найти пример интерактивного ролика, как он работает. Да, вот ссылка, я правда не уверен, что это на этот интерактивный ролик, может на какой-то предыдущий мой интерактивный ролик. Ну, все это, если это не тот, я могу вам потом найти и прислать ссылку на тот ролик. Так, ну и не могу не сказать, что... Да, в Скорме это все работает. Я, правда, сам Скорм очень не люблю, но в Камтазии в Скорм вставляются все интерактивные возможности Камтазии. Там в Камтазии 4 интерактивные возможности. Маркеры, субтитры, которые тоже можно рассматривать как интерактивный элемент, опросы и горячие точки. Вот у нас, кто хочет про интерактивное видео посмотреть подробнее, у нас 11 сентября состоялся вебинар Марины Орешко, и там было очень подробно рассказано про очень многие виды бесплатных ресурсов по созданию интерактивных видео. Просто посмотрите эту запись вебинара часовую и не пожалеете. Дальше два таких дополнительных возможностей для обучения – это видеокомиксы и видеоскрайбинг. Видеокомиксы, ну, это из этого, конечно, не сделаешь учебный видеокурс, но можно сделать какой-то минутный ролик, который оживит вашу тему или ваш курс в самом начале. Есть три сервиса, которые я могу вам порекомендовать. Это Powtoon.
Вот тут есть учебный ролик по Powtoon, можете его посмотреть. Видеоролик от Николая Полтавцева. Здесь смотреть не будем. Go Animate, который еще совсем недавно обладал бесплатным тарифом. К сожалению, он сейчас этого тарифа нет, но он лучший Go Animate по количеству персонажей. Ну и еще вот в последнее время появился очень неплохой сервис видеокомиксов Movly. Там есть бесплатный план. А я вам все-таки покажу примерчик из Go Animate, что он из себя представляет. Просто как общая картинка для всех таких сервисов. You want a great video. We get that. We see it every day. Marketers, trainers, and communicators from businesses both small and large all want to use more video. But there's the cost, which could run into tens of thousands of dollars. There's the time. Production and post could take weeks or months. And the risk that you could commit your budget and timeline, wait for weeks, and then get back something you can't use. Not to be daunted, you decide to do it yourself. Except the tools all seem difficult, and not something you could master on the fly while still doing your day job. So now you are daunted. You're just about ready to go jump off a cliff. And then you discover Go Animate. Go Animate is a site where you can make professional animated videos quickly and easily. Буду. Примерно понятно, да, о чем идет речь. Вы не профессиональный аниматор, просто у вас есть большое количество примитивов, примитивов как статических, так и так слегка оживленных, которые вы вставляете, присваиваете им определенную эмоциональную окраску, там можно выбрать тоже, и из этого компонуете свой короткий видеоролик. Очень удобно, хотя освоить не так просто, нужен тоже вкус и кропотливая достаточно работа по расположению этих элементов на таймлайне, управлению ими, совмещению этого всего с голосом. Вот. Но, в принципе, вот осваиваемое. Movly, нет, у него есть бесплатный вариант у Movly. Ну и следующий вариант — это скрайбинг, да. Скрайбинг отличается тем, что это такое? Это рисование в реальном масштабе времени прямо на экране параллельно говорению. То есть вы что-то объясняете и параллельно что-то рисуете. Причем даже не в реальном времени, иногда убыстренное, с тем, чтобы показать, как это... Самое главное, вы объясняете голосом, а... рисованием поясняете то, что говорите. Ну, скрайбинг много чего есть. Вот совсем недавно у нас состоялся вебинар с Сергеем Гевличем, который рассказывал про один из таких продуктов. И здесь я немножко напомню про этот сервис. Сервис объясняшки. Самый простой просто сервис для скрайбинга. Вот, к сожалению, работающий только на iPad. Но... Ну, зато очень хороший, детям очень нравится. Ну, и те из моих слушателей, которые попробовали этот сервис, тоже очень, очень довольны. Давайте я один из учебных роликов покажу, который создан. Он, в принципе, не только, конечно, учебные ролики. Вот такой достаточно продвинутый, наверное, ролик из высшей школы или из уровня техникума, где-то так. Современные катализаторы реформинга имеют продолжительность рабочего цикла от 1 года и выше. Основным фактором, влияющим на активность катализатора, является отложение на его поверхности коксообразных соединений, что приводит к снижению его активности. Основной процесс реформинга заканчивается, когда катализатор начинает снижать активность до определенного уровня. Установку переключают на режим регенерации катализатора. Чтобы регенерировать катализатор, нужно выжечь кокс на его поверхности, но сразу...
Одну минутку, да, произошел, видимо, на сервере какой-то сбой. Давайте запустим заново. На его поверхности, но сразу это сделать нельзя. Во избежание взрыва важно не допустить смешения углеводородной среды с кислородом перед регенерацией и после ее завершения. Для начала требуется удалить из установки остатки углеводородов. С этой целью постепенно снижают температуру, прекращают подачу сырья и циркуляцию водорода. Затем установка охлаждается до определенной температуры и продувается инертным газом. Далее проводят регенерацию, которая осуществляется путем продувки смесью азота с небольшим содержанием кислорода для выжигания кожи. Ну, я думаю, что вам понятно, что представляют из себя вот эти вот ролики. А теперь давайте посмотрим, как делать такой ролик. Очень короткий тоже ролик прямо от Сергея Гевлича. Кто был на его вебинаре, его видел, но остальные посмотрят, наверное, с удовольствием. Создадим простейший ролик, на основе которого посмотрим, как устроена программа объясняшки. В основе ролика лежит текст. Дополним его. Теперь озвучим. Идет обратный отсчет. Где-то в Синем море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет большая черепаха. Я могу прослушать ролик. Где-то в Синем море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет большая черепаха. Применить. Мы получили звуковую дорожку. Теперь текст разделяем на смысловые фрагменты. Для этого помещаем курсор в нужное место и ставим специальный маркер в виде ножниц. Следующим этапом проводим синхронизацию звуковой дорожки с текстом. Запускаем воспроизведение. Где-то в Синем море есть затерянный остров, и на нем под пальмой... Все, что мне нужно было, это отслеживать момент перехода от одного кадра к другому и нажимать на красные ножнички. Перейдем к визуализации. Выберем фон голубенький для неба. Заходим в режим рисования. Выбираю цвет. И рисуем море вот так размашисто довольно-таки. Перехожу ко второму кадру. Рисуем затерянный остров. Ну, вид не с моря на остров, а с острова в море. Вот таким образом. Переходим к третьему кадру. Нарисуем вот такую вот пальмочку. Ствол. И листочки разлапистые. Закрасим листочки. Ну, выберем цвет немножко посветлее. Как видим, закраска находится позади контура. Поэтому можем это делать совершенно не боясь. И нарисуем на нашей пальме кокосики. Переходим к четвертому кадру. И рисуем большую черепаху. Увеличим картинку, чтобы удобнее было рисовать. А теперь нарисуем черепашку. Вот такая у нас будет черепашка замечательная. Смотрит куда-то вдаль и чего-то там поджидает. Теперь раскрасим черепашку. Панцирь сделаем таким вот веселым оранжевым. Брюшко желтенькое, ну, а сама черепашка будет зеленая. И финальный штрих. Нарисуем нашей черепашке глазик. Видеоролик готов. Посмотрим его. Где-то в Синем море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет большая черепаха. А теперь можем получить обычный видеофайл из нашего ролика. Запускаем конвертацию. И через некоторое время получаем обычный видеофайл в фотороле.
Вот такая вот программа. Кто хочет подробнее, да, во-первых, ее можно скачать бесплатно из App Store, у кого есть айпады, милости просим. Ну, очень трудоемко, скрайбинг это трудоемко, да. Здесь гораздо менее трудоемко, чем в других программах, кстати. Ну и еще, да, вот кто хочет, может посмотреть запись недавнего вебинара Сергея Гевлича, где рассказано подробнее не столько об этой программе, сколько о концепции рисования и создания смыслов на основе скрайбинга. Вы знаете, на самом деле трудоемко не столько рисование, сколько трудоемко создание смысла на основе этого ролика. Надо понять, как сконцентрировать свои мысли, что и как рисовать, как создать сценарий. Это да. Ну и вот вторая программа Sparkle, она для скрайбинга, она не бесплатная, но можете ее посмотреть. У нее есть, к сожалению, всего 7-дневный трейл-период. И я вот хотел бы показать ролик, который сделан на основе этой программы. Один из университетов западных записал, титаническую работу провел, записал 105 роликов по философии на основе скрайбинга. И вот кусочек этого ролика мы сейчас посмотрим, весь не буду показывать, чтобы вы просто технологию посмотрели бы. Hello, my name is Elmar Kramer. I'm a professor emeritus of philosophy at the University of Toronto. This is the sixth in a series of talks on classical theism. In the last talk, I pointed out that according to classical theism, God wills the existence of the entire world of created things by the same will whereby he loves himself. That conclusion makes the nature of evil problematic. If, as Augustine says, we and all other creatures exist because God is good, what can evil be? The question forced itself on Augustine, partly because he was a convert to Christianity from Manichaeism, according to which there are two gods, a good God and an evil God. Once Augustine became convinced that there is only one God, and he is good, the question, what is evil, was unavoidable, and Augustine developed an answer which has become a central part of classical theism. Augustine's answer is that an evil is not something that exists, but rather an absence of something that ought to exist. It is a lack or defect in something that does exist, and to that extent is good. A paradigm case of evil is blindness, a lack of sight in something that ought to have sight. Saying that an animal, say a dog, ought to have the power of sight is equivalent to saying that a dog who does not have the power of sight is defective. By contrast, the absence of sight in an oak tree is not a defect. Ну, я надеюсь, примерно вы поняли, что можно делать при помощи этого инструмента. Вот они сделали таких 105 примерно 5-6-10-минутных роликов на темы философии. Очень здорово. Да, ну я про инструмент, собственно, а не про то, как это использовать. Это я привел как пример использования этого инструмента именно в образовательной деятельности, потому что других примеров полно. Еще один инструмент бесплатный, точнее он тоже не бесплатный, но 30 дней его можно попробовать, это Explain Everything, инструмент наполовину скрайбинговый, наполовину анимационный. Вот давайте я вам покажу их демо-ролик, чтобы было.
Вот такой вот инструмент, на нем, он тоже в основном для гаджетов, хотя есть возможность использовать его под Windows. Если скачать версию для виндусового гаджета, она совместима с версиями Windows от, по-моему, от 8. Вот, в плиточном режиме не очень удобно работать, но в принципе можно. Вот, тут тоже такой один из вариантов инструмента. Так, ну и тут есть, да, тут есть trial период, к сожалению, сама она не бесплатна. Очень, то, что обычно очень нравится, это создание заставок или, как говорят, интро, да. То есть вы сделали учебное видео, вам хочется вначале поставить 10-секундный ролик, который представляет ваш курс или вашу серию курсов или вас. И так далее. Как сделать это красиво? Обычно это очень сложно, потому что именно там применяются все самые замысловатые видеоэффекты, в общем, сделать это красиво очень сложно. Так, что-то мне сегодня во время вебинара звонились прям. Вот, но есть и специальные сервисы в интернете, которые позволяют сделать это на основе каких-то шаблонов. В чем смысл? Есть какой-то очень красивый шаблон, где все движется, все перемещается, все мелькает, все сделано профессионалами, но этот шаблон не жесткий, а в нем есть, в него можно вставить пользовательский контент. Например, вот сюда можете поставить одну вашу надпись, сюда вторую вашу надпись, и сюда поставить какое-то ваше фото. Вот. И потом все эти преобразования будут с учетом вашего конкретного контента происходить. Потом вы это все сделаете и сохраните к себе на компьютер в виде уже ролика. Потом вставите и смонтируете со своим роликом посредством какого-то другого инструмента. Вот. Ну и вот есть, да, как можно делать такие заставочки? Можно средствами продвинутых видеоредакторов, таких вот как Sony Vegas, например, там, или более крутых. Можно пользоваться специальными библиотеками и так далее. Но вот наш путь — это вот специальные интернет-сервисы, в которых есть бесплатные планы. Два таких сервиса я предлагаю. Один называется VIP-ID. К сожалению, в нем бесплатные функции очень сжаты. Ну и второй получше. Это FixPress, там достаточно хороший бесплатный тариф. А зато в VIP-ID тут зато сами ролики более крутые. В VIP-ID, да, тут вот есть, можно даже сделать вот что-то на основе брендовых заставок различных студий. Очень, ну, очень крутые ролики. Но зато возможности бесплатные, совсем какие-то минимальные. А вот здесь я что-то даже уже и не вижу, не помню. Но, по-моему, были какие-то совсем минимальные возможности бесплатно. Вот. Но сразу перейдем к тому, который бесплатный. Ну, не весь бесплатный, у него есть бесплатный тариф. Это FixPress. Вот у него есть свободный тариф с более-менее приемлемыми условиями изготовления таких роликов. Кроме того, заплатив за год всего $10, то есть примерно 600 рублей, вы можете получить тариф уже вполне хороший, по которому можно много чего сделать. Ну, а вот по этому тарифу можно попробовать, и даже эти пробы, они могут быть достаточно интересными. Ну, вот, например, одна из заставок, которую я хочу показать вам, совсем простая, 10-секундная. Ну вот и все, вот эти 10 секунд, а больше и не надо, потому что более длинные заставки, они напрягают, когда их много, если вы в каждый ролик вставляете. Ну и еще я хотел бы показать еще один сервис, он немножко не попадает в эту категорию, но похож. Это сервис Rocketium, в котором можно, я про него просто словами скажу. Сервис, которым можно, в нем тоже есть свободный режим, в нем можно
Это такой, вы знаете, очень специфический видеоредактор, в котором можно вставлять очень, я бы его так назвал, да, в который можно вставлять очень красивые титры или очень красивые фразы, хорошо оформленные, которые так хорошо вылетают. В принципе, аналогичные вещи можно делать и в Камтазии, но там это не специализированная функция, а общая функция. А здесь это специализированная функция. Да, и можете компоновать из своих роликов, из своих изображений, помещать это в какие-то фреймы, например, свое изображение поместить в клип, который изображает телевизор или там еще чего-то. И все это достаточно быстро сляпать такой ролик, который будет хорошо выглядеть. Но это скорее не интро, а скорее такой там 30-секундный ролик, который представляет ваш курс или вашу тему. Так что тоже очень полезный ролик. Очень полезный сервис, прошу прощения. Вот, ну и еще один сервис, о котором я не могу не сказать, он немножко в стороне стоит, это Office Mix, бесплатный. Ну, конечно, сервис, это сервис, не ролик, сервис. Как я уже сказал, есть бесплатный план у нее. Абсолютно бесплатная примочка к PowerPoint, которая называется Office Mix. Долго о ней разговаривать не буду. Это такое дополнение, которое позволяет прямо, не выходя из PowerPoint, записывать презентации с голосом и с неким небольшим оживлением. Вот. Я сам ее не использую. Мне кажется, это немножко примитивно и не хватает каких-то инструментов. Но вообще, если у вас цель не использовать Камтазию, вообще не использовать, по максимуму не использовать ресурсы для видеомонтажа, то это тоже нормальный путь. Я даже здесь ссылку не привожу, просто набираете в поиске Office Mix и попадаете вполне официально с сайта Microsoft, можете скачать бесплатно это дополнение к PowerPoint. Еще, близимся мы уже к завершению, хотя и так я время превысил. Creative Commons, свободный контент. Почему свободный контент сам по себе является... Так, я вижу, что-то появилось в вопросах, но попозже отвечу, хорошо? Почему он сам является по себе инструментом? Ну, вы уже видели в примере с интерактивным видео, что, используя какой-то ролик в качестве исходного, на его основе можно делать какие-то производные произведения. А вот теперь, смотрите, если есть у вас большое количество свободных роликов, которые распространяются по свободной лицензии Creative Commons. Creative Commons – это лицензия, которая позволяет вам делать производные произведения, публиковать их от своего имени. Но единственное, что вы должны сделать, это указание источника и автора. И это все. Вот. Иногда есть такие лицензии, которые требуют вас и опубликовать результат тоже под Creative Commons. Ну, это уже нюансы. Вот. Так вот, какой есть свободный контент? Во-первых, в YouTube есть такая фонотека, в которой можно подбирать звуки, композиции и звуковые эффекты по настроению, инструменту, жанру, длительности и так далее. Очень удобный инструмент, я всегда использую их, эти отрывки для оживления своих роликов, когда мне надо оживить. Вот. И главное, тут есть гарантия, то, что когда вы этот ролик потом поместите на YouTube, YouTube вам не погрозит пальчиком и не скажет, что вы вот эту известную композицию звуковую просто поместили с нарушением авторских прав, и я поэтому ваш ролик стираю. А он это делает периодически, и поэтому это надо знать, что так делать нельзя. Следующий момент, да, вот мы с вами смотрели ролик от теплицы социальных технологий, и внизу, обращаю внимание, написано, вот я крупно выделил,
лицензия Creative Commons Attribution разрешено повторное использование. Это значит, что этот ролик вы можете использовать с указанием авторства, разумеется, использовать по-разному. Можете даже кромсать, из него делать кусочки, вставлять, делать микс какой-то и так далее. Лицензия Creative Commons это позволяет. И напоминаю, что лицензии, свободные лицензии, они же Creative Commons, разрешены российским законодательством их применение в гражданском, в 4-й части Гражданского кодекса. Иллюстрации. Свободные иллюстрации можно брать вот так. Использовать поиск Google по картинкам. И использовать настройки инструмент поиска, права на использование, с лицензией на использование. Тогда поиск несколько гораздо меньше тут картинок появляется, зато вы точно знаете, что это чистый вариант. И последнее, где огромное количество лежит, место, где огромное количество лежит свободных медиаматериалов любого расклада, вообще любых и видео, и особенно графических, и PDF-файлов с различными книгами и так далее. Это Wikisklad, вот здесь написано 43 миллиона свободных медиафайлов. Это просто огромный кладезь. Если вы умеете искать в Wikiskladе, то там можно найти огромное количество свободных изображений. И я напоминаю, что в сентябре у нас состоялся вебинар, его запись можете посмотреть, Софья Богдасарова. Она не только критик, историк искусства и искусствовед, она активный участник Википедии, и она нам рассказала, как правильно искать на Wikiskladе информацию. Последнее, что о чем я хотел бы сегодня рассказать, это то, что я узнал из наших вебинаров по Степика, о том, что кроме к бесплатным инструментам можно также причислить и возможность воспользоваться бесплатной студией, правда, это только в Москве и Санкт-Петербурге, и при выполнении определенных условий. Такую студию предлагает компания Степик. Это платформа, у нас уже два вебинара от Степик прошло, еще один ожидается 13, если не изменяет память, ноября. Если вы можете воспользоваться этой студией, если ваш курс будет бесплатным и открытым для всех желающих, вы его поместите на платформу Степик, в курсе нет прямой рекламы, авторы участвуют в привлечении аудитории, и вы можете предоставить Степику готовую программу, чтобы они оценили ваш курс. Вот при этих условиях, если вам могут дать добро, и вы просто приходите в студию и автоматически записываетесь. И сейчас я этот ролик тоже на Creative Commons, поэтому я его смело показываю. Часть только ролика покажу. Ролик от самого Степика, он включается в курс Натальи Феофановой для будущих авторов курсов на Степике. Весь не буду показывать, потому что там уже частности начинаются, а вот начало покажу. Здравствуйте и добро пожаловать в студию Степикор. Если вы смотрите это видео, вероятнее всего вы решили записаться в одной из наших видеостудий. Как вы могли заметить, запись в студии происходит самостоятельно. Поэтому я рекомендую вам посмотреть это короткое видео, в котором будет рассказано про основные моменты, на которые стоит обратить внимание, когда вы записываете свой курс. Итак, давайте начнем. Первое, что стоит сделать, когда вы приходите в студию, это включить свет, сервер и планшет, на котором вы будете рисовать по слайдам. Планшет находится перед вами, а инструкция о том, как включить свет и сервер, вероятнее всего, лежит у вас на столе, либо доступна по вот этой ссылке. После того, как вы проделали необходимые операции, давайте посмотрим, что картинка, которая будет записана, удовлетворяет необходимым требованиям. Одно из требований – это то, чтобы внизу торчал кусочек планшета. Следующее требование – это если вы выбрали зеленый фон, на вас нет зеленых деталей. Если у вас есть зеленые детали, выберите, пожалуйста, белый фон. Также микрофон, который обычно находится вот в этой области, не залезает на вас. В противном случае будет сложно его удалить. Если все требования выполнены, давайте перейдем к работе с самой системой видеозаписи непосредственно.
Для того, чтобы начать запись, необходимо залогиниться в системе. Адрес, по которому необходимо зайти, указан у вас в инструкции. Ну, эту часть ролика смотреть уже не будем, там уже такие частности показаны уже непосредственно. Я хотел бы обратить внимание, что очень интересная концепция, да, студия, вообще говоря, дорого стоит. А это вариант самообслуживания, который они максимально сделали возможным самообслуживание человека, который ни разу в студии не был, прямо в студии. То есть вы приходите, включаете свет, включаете сервер, и дальше по инструкции действуете, и у вас получается нормальная студийная запись. Вот меня все подмывает этой студией воспользоваться и уже рассказать свои впечатления. Ну, пока этого нету. Пока я могу только показать вам этот ролик. Да, ну и можете посмотреть вот на YouTube этот ролик полностью, если хотите. Все, мы потратили 1.5 часа вместо часа, к сожалению, но хотелось рассказать вам побольше. Собственно, у меня все. Я надеюсь, полезная была презентация. Да, разбираться и разбираться. Но сегодня был именно обзор. А по обзору всегда приходится потом разбираться подробнее. Отвечаю все-таки на вопрос, как скачать презентацию, которая возникает у некоторых слушателей. Вот смотрите вот сюда, в этом направлении примерно. Вы видите ряд кнопочек в правом верхнем углу. Одна из них — это открывающаяся желтая папка. Нажимаете на нее, справа от презентации у вас открывается окно «Ресурсы». В этом окне есть строка, и слева от нее строка с презентацией, слева от нее кнопка с изображением дискетки. Нажимаете на дискетку, обязательно на дискетку, а не на название файла. И вам придет предложение, окошко с предложением сохранить этот файл. Все. Так, если я вдруг пропустил по ходу дела вопросы какие-то, то прошу их повторить. По-моему, я старался на все отвечать. Вам тоже спасибо, что пришли. Я хочу сказать, что я собираюсь 20 декабря сделать вебинар не в рамках Директ Академии, а в рамках сотрудничества с компанией Ракурс. Это будет вебинар, мой промо-вебинар для курса, который пройдет в феврале. А вебинар будет, я уже понял, он будет называться «Лучшие бесплатные инструменты для онлайн-обучения». То есть в некотором смысле это будет пересекаться с тем, о чем я сегодня говорил, но так, процентов на 30, потому что там будет речь идти не только о учебном видео, но и об учебном видеоконтенте вообще, в более широком контексте. Пока у меня нет ссылки на этот вебинар, но вот как только появится на одном из наших следующих вебинаров, я представлю этот вебинар. Да. Спасибо, Юль Борисовна. Да, я постараюсь донести до вас эту информацию. Еще до 20 числа есть время. Надеюсь, зарегистрироваться будет время. Что ж, коллеги, жду вас на наших следующих вебинарах Директ Академии. Надеюсь, вам было интересно. Запись последует в течение недели. Вот, так что посмотреть этот вебинар тоже вы сможете. Еще раз название бесплатных программ для создания видео. Для создания, то есть самое начало вы имеете в виду, да? Или поясните, потому что для создания для записи или вы имеете в виду заставки? Я вам все-таки на самом деле предлагаю скачать... для заставки. Фикспресс называется то, что я вам рекомендую. Сейчас. Вот он, Фикспресс. И тут есть ссылки, где... Вот он, где приводится адрес. И вторая программа Rocketium, о которой я рассказывал. Вот это вот. Просто я не привел здесь на нее, к сожалению, ссылку. Просто поищите по этому, найдете сразу ее по вот этому сочетанию символов Rocketium.
Да, я еще раз хочу сказать, что имеет смысл скачать презентацию, потому что там было много ссылок. Ну что ж, коллеги, давайте будем с вами прощаться. Спасибо всем, кто был. Приходите на наши вебинары.